колбасе из мяса птицы при исследовании обнаружили ДНК свиньи. Специалисты Россельхознадзора изучили 10 проб колбасных изделий, в том числе удмуртская компания. Во всех случаях обнаружили геном свинины. Бешеный лось пришел умирать к людям. Он скончался спустя час после появления в деревне Межная Сарапульского района. Ветеринарам пришлось провести дезинфекцию. Следователи возбудили уголовное дело после смерти выпускника из Татарстана на пруду в Малопургинском районе. Под рукой не оказалось средств для спасения утопающих. Государство поможет работодателям стимулировать работников вести здоровый образ жизни. Изначально нормы будут носить рекомендательный характер. Стимулом могут стать как деньги, так и дополнительные дни к отпуску или другие методы поощрения. О подобных нововведениях рассказали удмуртские единороссы. Ижевские полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Тот пытался скрыться во дворах по улице Ленина от правоохранителей, но не сумел.